с красоты начали, солнышко сияет, больше ничего нам не нужно. Погода прекрасная, изумительная. Девушка грустит, наверное, о любимом. Серёнась, она бегала сегодня с соседкой. Соседка пробегается, а она помогает соседке. А мы что делаем? Подождите, сегодня этот разбойник такими позами лежал, приляживался. Извиняемся. Буду готовить маленький обед для детей. Обед, ужин после школы и вернуться. Манты заказали. Это делаю. Табуле приготовила уже. Еще хочу салат с морковкой. Не знаю, не помню. Может, и показывала. Очень вкусный салат получается. Немножко времени забирает. Такими полосочками, как будто нудл-салат. Но слово нудл просто используем вместо морковные нудлсы. В общем, думаю, интернациональное слово нудлс или переводится как-нибудь, не знаю. В общем, это не важно. Важно, что решила приготовить. Приготовлю и продвинусь дальше. Ничего такого интересного сегодня не намечается. Не планируем. Живем дальше. Хотели в магазин, но как хорошо сделали, что не пошли. Сегодня день Валентина. Муж говорит, а кто будет в магазине в этот день? Говорю, ты что, люди придут цветы покупать. Ну, обычно в Коско цветы свежее или, не знаю, может быть, дешевле, но в большом количестве. Это не совсем понимаю. Ну, подумала, что так будет. Очень многие придут за цветами, и все, там уже места не будет, чтоб прохода не будет. Убедила, не пошли. Но надо, потому что очень многое уже закончилось, так что придется. Надо, Феде надо из этой серии. Сначала пойду салатик приготовлю, потом начну манты готовить, и уже дети поочередно будут возвращаться. Правда? О, да. Он уже во двор хочет выйти, хочет убежать от нас. О, это не поставили. Сегодня так холодно было утром. Очень холодно было, морозно. А я люблю без этого, когда сижу здесь, этот скрин мне мешает. Поэтому иногда удаляем, иногда не удаляем. Идем делать салатик и двигаемся дальше. Хочется все забрать от морковки и концовку себе. Немножко время забирает, честно говоря, но оно того стоит. И такой красочный. Беру разноцветную морковь. Очень хорошо подходит это к этому салату. И красный, желтый, морковный и белый. Все цвета. 50 оттенков морковки. Почти заканчиваю. Значит, в заправку добавляю масло оливковое, черный перец, чеснок, лимон, тахин, паста тахини. Как называется? Кунжутная паста. Подождите, сейчас найду. Она у меня далеко спрятана. Через полчаса буду. Окей. О, немножко меда туда добавлю. В этот раз. Пусть будет. Каждый раз, как новый раз. Хочу, надеюсь, если так немножко пошатаю, смешается. Иногда, когда долго не использую, но это совсем новое, не пользовалась. Масло наверх поднимается, и это целая история, чтобы все это размешать, придать правильную текстуру.
Так что через час присоединюсь, ждите. Соль, перец, чеснок, масло оливковое, паста кунжута. Немножко меда добавлю, потому что думаю, к этому салату или к этой заправке мед придаст шарм. А мы хотим салаты с шармом. Что еще хотела, кто помнит? Чеснок, лимон, главный герой. Цедр лимона, сок лимона. Сюда. И зеленый можно. Петрушку Арам, держи. Даже лимон знает, когда ему падать, когда остановиться. И зелени можно то, что есть под рукой. У меня укроп есть от Наденьки, петрушка есть, силантро есть. Все есть. Наверное, силантро добавлю и немножко укропа тоже добавлю. Все подойдет к этому салату. Так, это моем, чтобы цедр удалить. Все собираю в миску, заливаю салат. О, фисташки сверху посыплю фисташками, потому что, думаю, фисташки тоже придадут вкус и красоту, и шарм, и тому подобное. Только некому сейчас их чистить для меня. Обычно это дети делают. Ну, несколько штук хватит. Думаю, целый лимон нам хватит. Чем больше, тем кислее, тем вкуснее. Я люблю, некоторые не любят, удивляются, как можно столько лимона есть. И потом угадываются, говорят, вот в чем секрет ее худости. Всегда меня как-то хотят половить, и кто-то всегда отвечает, а про гены забыли? Действительно, у меня гены, потому что я ем сколько хочу, что хочу. Только в последнее время решила после 6, с 11 до 6 в этом интервале. Поедаю все подряд. Иногда прямо смотрю на часы, еще 6 нету. Что мне еще успеть за это время? В общем, спасибо вам, мои дорогие гены. Это про гены. Один чеснок. Столовая ложка этой пасты. Можно чуть меньше столовой ложки. Где-то 3 столовых ложек оливковое масло. Пол чайной ложки, меньше чайной ложки. Перец туда пойдет. И вот такой дризл меда. Скажем, чайная ложка, чтобы придать немножко такую красивую сладость. Соль по вкусу, кто сколько захочет. И постоянно у меня чувство, что я что-то забываю. Окей, походу вспомню, добавлю. Он мой Валентин. Индичка Валентин, видите? Элена, ты его Валентин? Да? Но? Ну, хорошо, какой его возраст для Валентина? Сколько всего? Посмотрим. Так, чуть так, а ничего не с. Это как Хэллоуин, но Валентин. Конфетный день. Все дети с собой, мы тоже какие-то конфеты послали. Конфеты, карточки. Что там еще? О, замуны. Жвачка, мывачка. Окей. Это от учительницы, от твоего учительницы или друга. И браслет. О, браслет от Эльфичера. Ну, в общем, такие интересные. Там твикс есть. Вау. Это интересно. Ага, Тесселес. I know. This is amazing. Как раз. Ой, дуэль Очень изысканный браслет. Валентинский. Окей, до next time, ha? Спасибо, передай шарарик, окей? Аркан чем-то черви. Аркан, наверное, Maybe. Такой не... Очень взрослый. Я это эскути маман. Тут сироп. Окей. У него вся жизнь впереди, он еще успеет много тутсис. Это смарт. Ну какой старый, чёра.
I'm sure it's the freshest candy. Это, наверное, со времен Хэллоуина у кого-то осталось. Шитл дарсона сирум, пахла перуты. И карточки от имена, кто кому дарит. То есть все друг друга любят по-дружески. То, что и хорошо. Манки. Are they going to be heart-shaped? Yes. Говорит, манты сегодня в форме сердечка будут. Мы не отмечаем такой день. Дети в школе что-то... Потому что не понимаем смысла этого праздника, тем более не понимаем, когда совсем незнакомые люди поздравляют. Сказали же, это праздник влюбленных. Один влюбленный поздравляет другого или другую. Или один влюбленный к другому влюбленнику. Влюбленник. Новое слово записывайте. Конфета не понравилась. Ох, старый был он. Окей, двигаемся дальше. Сколько пошатали, но все равно там все на дне. А хочется, чтобы было... Вы, наверное, какие-то хаки знаете, да, как это делать? Я не смотрю, я не в курсе, если мне не скажут про какой-то хак. Окей, кажется, без хака дошла до кондиции. Клиент дошел до кондиции. Сейчас правильная пора на вкус попробовать, ну, соль. Потому что это решит судьбу вашего салата. Еще туда фету можно посыпать, тоже соль. Сыр очень вкусно подходит с морковкой. Это не салат, это не рецепт. Это один из таких импровизационных взрывов салатных. Давным-давно очень любила так импровизировать. Все, что под рукой есть, открывала холодильник. Это на англоязычном канале в основном делала. Открывала, что как будто подходило друг с другом. Что было все-таки в холодильнике с этими ингредиентами. Что-то готовила. И всегда что-то интересное. Всегда... Это потому, что у меня уже так вложено. Я не умею, не могу смотреть на рецепты, не могу писать рецепты. Моя самая трудная, не говорю задача, или то, что я не, это дело только мне не нравится, потому что я должна писать рецепт. Сидеть и писать рецепт. Представляете? Ну, пишу, когда надо. Ну, такому салату что писать рецепт? Ну, напишем. Если вспомним, что туда положили, обязательно напишем. И всегда получалось и получается вкусно, когда вы просто так спонтанно что-то готовите. Ну и, естественно, немножко нужно иметь представление об ингредиентах, кто с кем, с чем или что с кем, что с чем, кто с кем. Очень мало нужно, чтобы хорошее, вкусное что-то приготовить. Желание сначала, потом немножко... знание, что с чем, и пошло-поехало. И все туда идет, потому что я люблю сочный, капающий салат. Хорошенько замешиваем наши нудлсы. Укроп измельчаю до изнамогания. Ну, как будто там укропа нету. Мелко-мелко. Можно и крупно. Но лучше мелко. Фисташки тоже измельчаем, но могут быть и крупные кусочки. Мы наш салат, какие кусочки хотим, такие и делаем. Можно пекан добавить. Грецкий орех подойдет. И сыр фета. Можно как-то красиво закрутить тоже. Подойдет. Ну и так красиво получится. И весь этот сок тоже туда пойдет.
бульон. Фета по бокам, сверху. У кого какое воображение. И даже если нету воображения, можно все равно добавить. Можете добавить без воображения. Фисташки, наверное, так вот сверху посыплю. Или даже можно фисташки тоже по бокам. Центр оставить только морковку. И уже, когда наслаждаетесь... Hi, Arevas. Она очень любит этот салат. И в конце все равно все замешивается. Талечен кварчатри. Соватис? На. Ванек сарком, мантинг сарком. Салат саркател, арагарагинканом. Быстро делаем, говорю. Окей? Спасибо. Окей, сердце. Фисташки тоже по бокам пошли. Сами решили. Сами так захотели. Угу. Еще немножко и... Верч. Конец фильма. Сейчас буду быстро пробовать. Мы еще и рилс снимаем. Наверное, следите за... То есть на канале тоже рилс. Сначала... Куда выставляем? Везде, все, во всех наших сайтах. Facebook, Instagram, Яндекс, TikTok. Что еще? YouTube. Что у нас еще есть? Все есть. Все. Это сюда. Почищу. Хорошо, замешиваем наши нудлсы. И очень так удобно поворачивается на... палочки. Она профессиональная салат дегустатор. Ща. Ща там его. Шатхамова. Это очень вкусно. Очень вкусно, ха-ха. Enjoy. Чеснок быстро чищу. Уже 100 000 раз, наверное, готовила манты. И всегда пора. Всегда что-то другое делаю. Сейчас мясо в 1000... специй, сухари тоже добавляю, мягкая получается начинка, прямо тает во рту, а не в руках. Чеснок сразу сюда добавлю, не помыла чеснокодавку, потому что знала, что еще использую, зачем утруждать себя. Обычно с йогуртом и с чесноком подают, но наши не любят йогурт с чесноком, прямо чеснок туда кладу, все. Чтобы не боролись. Это так. Что еще? Больше ничего. О, соль. Соль. И мы с дочкой за секунду готовим манты. У нас большой опыт в этом деле. Окей. Перчатки надеваю. Хорошенько замешиваю. Поняла, перчатки. У меня опыт. Вот осторожно кольца. Я уже 9 лет в этих кольцах и в перчатках. Это детям не нравится, не едят бумага от фарша. Не заметила. И сразу вспомнила. Моя мама говорила, твоя баба в суп клала все, что попало. И скорлупа от яиц, и шелуха от лука. Все можно было найти из супа. А я по бабушкиным следам еще и туда кладу разные бумаги от фарша. Прости, вас заговорила, фарш замешала.
Смотрите, все готово. Так хорошо пахнет. Чеснок прибавляет этот прекрасный аромат мяса. А то сам по себе мясо иногда говорят, весь вкус курицы попал, пропал. Особенно грудка. Какой там вкус? Там вкуса нет, там грудка. Ничего особенного там нету. Надо как-то придать этой грудке характер, вкус. Сексуна Галлес? Yep. Вот так работает наша фабрика. Мантовская. Мантовая. Когда Люсинь дома, еще быстрее, за секунду все. Но обычно манты делаются, знаете, мелкие такие. Вот этот кусок режется на 4. И всю жизнь сидите и крутите манты. То есть те, которые здесь обычно делают. Но я другие видела, так вкусно выглядят. Какие они, не знаю. Узбекские, таджикские или казахские. Не помню, но видела на Ютубе видела или где видела. На Инстаграм уже путаешь, что где видишь. Они такие сочные, большие, с тестом и в мантоварке делают, как будто на пару. Представляю, как это вкусно. Но наши такое не съедят. Там тонна лука. Там больше лука, чем мяса. Наши такое не съедят. И еще бледные точно не съедят. Надо как-то их томатом прикрыть. Наши очень уникальные, оригинальные. Дефицитные. Сейчас мы быстро складываем. Наша команда работает, не покладая сил. Это я вам рассказываю про нашу фабрику мантов. Работаем, работаем. О, духовку надо включить уже. Можно красиво сложить, можно куда попало сложить. Но не советуется, куда попало. Про вас могут что-то неправильное понять. Манты любят организованность. Я люблю, чтобы было красиво. Еще толма, когда толму заворачивают неровно, неуклюже. Это тоже, как будто у меня, не знаю, какая-то фобия. Боюсь. Это так. О, еще терпеть не могу некрасивую гатха, когда делают. И некрасивые кусочки такие. Почему тогда делают? Главное, что делают, стараются. Это ценим. Но нужно иметь ответственность перед тем, что делаешь. Гатха — это королева, для меня королева выпечки армянской. Традиционной. И нужно с должностью как будто относиться к этому. Ну, это я так думаю. Кто как хочет, так и относится. Об этом уже говорила, да, что с каждым разом замечаю, что мы начали готовить очень большие пропорции всего. Раньше ведь не так было. И готовимся еще к большему. Сегодня думала, комментарии читаю, кто-то говорит, как жалеют меня, что, ох, как, наверное, трудно готовить на большую семью. Я бы не смогла, я бы убежала или что-то в этом роде.
Как можно не понимать, что это счастье, когда есть для кого что-то готовить каждый день? Я не представляю, что у нас когда-нибудь будет так, что я буду готовить только на двоих. Это невозможно. Я детям уже говорила, чтобы своих детей не забывали привозить к нам на помощь. Чтобы нам помогали. Чтобы было для кого готовить. Это счастье. Надо стремиться к этому. Надо этого желать. Надо мечтать об этом. Ага. Пока опять заговорила. Это тоже приготовила. Сейчас кусочки масла. Видян. Инкала, как это сиртес. Маленькие туда-сюда понабросаю, а на дно масло оливковое положу. Сегодня еще хочу топленое масло тоже сделать. Оно уже растает вместе с бульоном. Сверху еще и бульоном поливаю, когда уже готово. Томатный бульон. Можно обычный кипяток. И сюда. И сюда. Потом местами поменяю. 25 минут, 210 градусов. И готовлю быстрый бульончик. Бульончик, томатный соус или томатная паста. Ваши нелюбимые кубики бульона. В прошлый раз из какого-то магазина покупали, сказали, там только яды гине, не пользуйтесь. Мы очень редко этим ядом пользуемся, и один кубик вряд ли нам повредит. Немножко воды, томат и кубик. Можно и без кубика. Можно самим немножко посолить, поперчить, специи добавить, какую-то сушеную зелень, придать этому бульону какой-то аромат, потому что когда уже подрумянится, манты засушиваются. Когда бульоном поливаете, они так мягкие снизу, сверху они все равно хрустят. Вот так вот. Хорошо сказала? Кстати, я такими кубиками в жизни не пользовалась. Только на этот рецепт и то недавно начала. Простой кипяток добавляла, и было вкусно. Потом дочка начала делать с бульоном. И все сказали, это еще вкуснее, чем то. Вот и взяли и на клубник чили. Где-то больше стакана. Еще немножко, у меня там два. Получается томатный бульончик. Можно еще пасту перца добавить и придаст такой прекрасный красный румяный цвет. Как закипит, уже готово. И если вдруг забыли кусочки масла на манты, сюда кладете кусок масла. Или большой кусок, или маленький. Ну, иногда есть блюда, которые, когда еще жирнее, вкуснее, на мой взгляд. Ты идешь в холодильник, дети скоро придут, и уже на стол будем раскладывать или накрывать. Гене, не притворяйтесь. И соли добавила, забыла сказать. Почти готов на прокипание. Кстати, я взяла и пальмочку, имя писали, честное слово, не помню, как называлась эта пальма, которая стояла вместе с этими растениями. Никакое имя не помню, кто-кто. Но еще один комментарий прочла, что Гине, это какой умник вам подсказал, что нужно их пересаживать все вместе. Они все разные растения, у одного характер очень любит воду, другой совсем воду не любит. Один любит солнце, другой не любит. В общем, как люди. Взяла и пальму сразу удалила, потом покажу. И если не поленюсь, и да, время хватит, думаю, хочу этих тоже удалить. Наверное, белый цветок удалю, а это оставлю здесь. Очень даже хорошо смотрится. Это скорлупа яиц. Я никогда не выбрасываю. Окей.
эту вазочку. Давайте погоду посмотрим, или... В этой стороне дома жарко, в той стороне, то, что только что вышло, холодно. Идите, думайте. Солнышко такое приятное сейчас. Уже почти весеннее. Как хорошо все видно сейчас. Но скоро уже лето настанет, и больше ничего не сможем заглядеть, проглядеть. Даже уже узнали, что на той стороне дома есть. Что еще было? Ферма? Что-то? Акрюридзанчикар? Anyways, неважно. Но сейчас увидели, потом уже не увидим. Ох, солнечную терапию принимаем. Арамты тоже принимаю. Очень полезно. В нашем возрасте витамин D очень... В любом возрасте витамин D. Но нужно, чтобы тело не было закрытым. Раздевайся, Арам. Давно не выходила. Цветы как хорошо растут, Анютины глазки. Нам сказали, заморозки здесь бывают. Минус 7, минус 8, минус 11. Было, Арам, однажды, только один день? Наверное, было. Когда пошли в магазин, чтобы что-то купить красивое, чтобы держались, единственное – Анютины глазки. Они только суровую зиму могут выдержать. И выдержали. Окей, я пойду, бульончик налью. Детям еще раз напомню руки помыть и за стол. Калисес? В ее возрасте витамин D тоже очень полезный. Сейчас как-то хочу закрыть, чтобы это явление вдруг не улизнуло. Как выросли, окрепли. Она вооруженная с газденханой. Она нам скажет, если захочет. Немножко вот так прополоскаем. Половину сюда. Не прополоскаем, а прокрутим вот так, чтобы всем досталось. Наша духовка болеет, уже говорила, да? Пока ждем, чтобы многие комментаторы, зрители были правы. Что-то не испортилось или сломалось, вентилятор или фен. Фен. Фен – это вентилятор. Заказали часть или запчасть, пока ждем. Но что-то, значит, серьезное было, раз уж такой сильный звук. Больная духовка. У нас всего лишь один лёлик остался для табули. У меня есть категория зрителей, зрительниц, которые несколько месяцев тихо сидят в моих разных сайтах и ждут, пока я приготовлю табули. Чтобы написать, что это не табули. Лёли Гауре, где томат? Где свежий томат?
Там много булгура, там, не знаю, это не кладем, то кладем. Ай, Март, вы кладите, то кладите, другое кладите. Во-первых, свежий томат в табуле, когда я очень много готовлю. И на следующий день, если остается вкус свежего томата, Hello. Уже вкус... Hello, I've spawned. Сранг дрексэгами. Уже меняется и придает общему табуле очень неприятный, на мой взгляд, вкус. И только арка любит. Я тоже люблю со свежим томатом. И томат уже я добавляю в отдельную миску. Если хочет, добавляет кто-то. У нас никто не стесняется. Хотят томат, добавляют. Арка, томат! Наши дети, двери и стулья. Туда-сюда продвигают с таким шумом, как будто что-то рушится. Или когда спускаются с лестницы. Как будто слон. Арнак особенно. Говорю, Арнак, я как спускаются, узнаю, кто спускается. Лилит тихо, аккуратно, медленно. Не слышишь, когда она спускается. Арнак один и Арнак два, Арнак два, это Люсин. Так спускаются. Хотя Люсин уже поняла, что лучше спускаться чуть понежнее, но Арнак так и не понимает. Угу. Эти вилки-милки готовы. И йогурт. Наконец-то некоторых из них научили, что с йогуртом вкуснее. Дети, попробуйте, пожалуйста. Будьте детьми нормальными. Такой прекрасный. Томатно жареный чон. Мы там ready. Эльку шесть джурверц рандахит стартир. И все. Йогурт это и салатик-малатик. И готово. Только в духовке останется, чтобы горячий был. Йогурт достанем. Чон. For me, it's a bit dry. It's dry? Кузес ми банавелазнем, olive oil, maybe? Yeah, maybe. Томатов хамовка, не the tomatoes? Говорит, немножко, как будто сухой. Он у нас дегустатор, ты великий знаток табуле. Эти ножи такие острые. Но этим ножом еще не резала себе ничего до сегодняшнего дня. Ага. Так, это в банке положить или в тарелке культурно? Конечно же, в банке. Вы у нас свои, дети вообще свои. Ага. Будем передавать. А где вы этот браслет остался? Oh, it's just from Beck's Valentine's Day. He's good to me. Бек подарил свой браслет брату, естественно. Бек не нянчится. Турта келя? Наверное, понравилось. I mean, I can't get it off. Говорит, нравится, говорит, не могу снять. Кузес, который? No, that's fine. Окей. Okay. Okay, I think I'm getting it off. Yes! Кого ждем? Наверное, Люсин и Лилит. Да, Дрейк, сранкель Дрейк. Диш, сэгамин. А ты же поцелуй. Насильно поцеловала ребенка. Портятся наши занавески. Ара, сирим чанчеров чикарели. Ана, дуэк такит дурсай. Нам вообще не надо покупать занавесок. Альма. Дурсари. И мы все собрались у этого объекта. Ара, чикарели йогнеров. Не очень милые, никак не ходят. Но я их выгнала из своей комнаты. Все, вход в нашу спальню,
ход кошек только. Альме разрешается, она с нами спит, как ребеночек, не мешает, не двигается, ни шума, ни звука, ни духа. А коты ужасные. Солнце такое сильное в этот час дня. Наши голодные мальчики собрались. Ищем Люсин. Ура, Люсин. Люсин! Нашли. Like how many? Eight. Where's the Gert? Йогурт называют Gert. Коротко. Yeah. Ребенку очень трудно. I started that Gert thing in like 2021. Okay. Он начал так говорить йогурт 2020-го. Наши дети, Арка такой. In 2020 или in 2021, я что-то год очень хорошо помню. Я говорю, что сюда идет 8. У тебя все узатир? Ну, это точно, а то... Хорошо. Йогурт, это не гурт? You want гурт? I want the гурт. Ох, это не гурт. И должно быть on the side. Рядом, а не на манты. Аркаджан, вы салат из утром это? Я, Сара, вот так. Окей, газики, кверцы, пусть все угощаются. Так хорошо сидеть и смотреть, как дети собирают, убирают. Не зря всех родили, всех вовремя. Сейчас встану. Арка заказал синабон булочки. Недавно готовила, но этот ребенок так описывает свои ощущения, какие они вкусные были, мам. Такие мягкие, такие... Только говорит, сверху сделай какой-то глейз, sugar glaze хочет, а не cream cheese frosting, это не хочет. А сейчас Арна говорит, о, ты что, мам, cream cheese frosting гораздо лучше, чем... Говорю, знаете что? Хотя сказала, как скажете, половину сделаю cream cheese frosting, а остальное с глейзом сделаю. Так что встану, еще курочку цыпленка достала из морозильника. Только хочется супчик сделать. Через несколько дней будет пасмурная погода. Так что как раз будет супчик с курочкой. Курочка или цыпленок, такая маленькая, такая. Это сварю, синабон испеку и вечер завершу. Все, и пижама, халат. Какой-то муви, чай, и спим, раньше просыпаемся, жизнь продолжается. Так что Арамчик встали. Окей, это потом соберем. Каждый раз какое-то маленькое пятнишко появляется на наших этих самых. Лучше вообще снять, чтобы ничего не мыть, просто стол почистить. Логика. Встаю. Арам. Может, кофе выпьем немножко, освежимся. У меня еще... У меня 40 минут на поедание чего-то сладкого, вкусного. Пойду тамаринды съем. Такие вкусные. Как я раньше не знала. В субботу или в воскресенье идем в мексиканский блоши и базар. Блошини и базар. Там все прекрасно. Все прекрасно, там есть ананасы, жуй кокосы, ешь бананы. Тамаринды должна взять и маленькие покупочки должна сделать. Как интересно, мы постоянно что-то находим, какое-то место. Вот специально для муки и для грудки индейки 35 минут едем, чтобы купить
это, потому что больше нигде не встречали эту самую индейку, которая детям нравится. Что-то другое купишь, может не понравиться. Все. Деньги на ветер. И сейчас нашли мексиканский базар. Там ананасы шикарные. Что еще там покупаем? Яйца покупаем, ананасы. И разные новые фрукты иногда попадаются. Карамбола. Это, ох, как люблю этот фрукт. Ни вкуса, ничего не имеет этот фрукт. Ни аромата, ничего. Ну, такой заманчивый. Очень люблю. И такие дела. И мы всегда находим что-то. Ими постоянно у нас уже раут. Мы идем туда за этим, едем туда за этим. У нас уже все конкретно, как будто по своим местам становится. Но еще многое должны выяснить. Сын говорит: мам, друзья посоветовали поехать в какое-то место, но это звучит как будто из какого-то европейского фильма название. И говорят, там очень круто. Спрашиваю, что крутого, что там есть, куда идете или что там можно посмотреть. Говорят, нет, просто там очень круто побывать. It's very cool, говорят. И место называется Гастония. Гастония. Гастонец это не Д'Артаньян был? Гастония, что-то помню. Атос, Патос, Арамис. Наши кошки, три мушкетера их называем. Anyways, говорю, иди, поезжай, посмотри, если интересно, мы за тобой в Гастонию. Гастония. Говорит, совершенно не американское название. Что там может быть название крутое для них? И едут час с половиной езды, чтобы почувствовать, как там круто. Больше ничего нету. Посмотрим, пусть он поезжает. Я не хочу рисковать. Час с половиной – это большое время ехать и не знать, что там. Так что пусть проверяет наш Шерлок Холмс. И мы за ним. Арам, давай все-таки маленький кофе сделай. По-дружески. По-супружески. О, кстати... Пошел, подождите, покажу. Пошел колечко. Немножко великовато было на пальце. Пошел поменять, чтобы размер поменяли. И совершенно нечаянно. В общем, он подружился с ювелиром. У него уже друг ювелир. Вот такое колечко купил. И мне это колечко напоминает что-то от бабушек. От давних времен. И мы уже говорим, может, Арам, то кольцо, что купил, тоже что-то старомодное есть, на мой взгляд. И мне нравятся именно старомодные такие. В общем, мне это очень понравилось. Но тоже великоват. Должны поменять размер. В общем, пошел поменять размер кольца или колечко. Купил другое кольцо. Сейчас, когда это будет менять сайз, может быть... Но сказали уже не надо. Арам, успокойся, он такой. Такой хороший. Это тоже надо поменять, очень великоватый. Сейчас ты кофе, я что-то сладкое найду сейчас, Арам. Мамуль есть, хочешь? Мамуля, хочешь? Печенье с фиником. Очень хотел. С утра хочет, уже несколько хотел. Несколько штук захотелся уже. Я решила все-таки чай лучше в это время дня. И с этими тамаринами. Это сладкие Наденька принесла. Но я влюблена в кислые. Чай именно... Да, еще пасту из кислых тамаринов тоже мне принесла Надя. Чай именно с этим готовила. И посмотрела, супы готовят. Это как мы, скажем, в армянской кухне... Чтобы супчику придать немножко кислость, добавляем тату лаваш, кислую пастилу. И нум сирюн тарена. Наш пантер. Таким важным, важной походкой придвигается.
Садимся, наслаждаемся и по делам. Извиняемся. Сейчас Альма все вопросы решит. Сейчас она или встанет на него, идет и вот так стоит на них, над ними, то есть. Хочет сказать, что я здесь важная, я здесь главная, меня любят больше всех. И не ошибаешься, тебя любим больше всех. Очень, очень такая собака. Я тебя не угощаю, он такие деликатесы не любит. Еще успею грушу съесть одну.